Расскажите, пожалуйста, немного, как организатор, какова идея этого фестиваля тату? Лично для меня основная идея в том, что очень хочется показать общественности, что татуированные люди – это все-таки, во-первых, высокая культура, потому что очень сложно изобразить с помощью тонких игл на теле такое искусство. Ну, вот как можете наблюдать, допустим, вот полноцветная, очень красивая картина. Это большой труд, который должен быть по достоинству оценен. Вот, как-то так. Скажите, пожалуйста, кто участвует в этом фестивале? На нашем фестивале в этом году участвуют мастера, во-первых, со всей Украины, с очень многих областей. Есть мастера с Приднестровья, есть у нас мастер из Ливана, прилетел специально к нам на фестиваль. Да, член жюри у нас есть один из России, очень хороший мастер, которого знает весь мир, Пионер Петелин. Вот. Что планируется в течение этих трех дней? В течение трех дней, во-первых, основное действие фестиваля – это соревнования мастеров. У нас в выставочном зале расставлены кабинки специальные, в которых мастера работают, которые соответствуют всем санитарным нормам. И в конце каждого дня наши члены жюри выясняют, кто же все-таки лучший, кто достоин каких наград. Происходит награждение в конце каждого дня. Также в конце каждого дня у нас происходят концерты интересные, рок-группы у нас выступают. Ну и вообще насыщенная шоу-программа в течение всего дня. Конкурсы, розыгрыши, можно бесплатно выиграть татуировку или бесплатное удаление лазерное, если вдруг кто-то что-то сделал по молодости, по глупости. Ты немного об этом? Торговая марка Ducati в этом году вот выставила свой товар у нас на фестивале. Ну, подробнее, наверное, они больше расскажут. Мы ожидаем вот приезда все-таки байкерского клуба «Бандитос». Вот, они тоже должны приехать, показать нам всю красоту мото-жизни, свои прекрасные байки, татуировки и вообще всю прелесть байкерского движения. Открылся в автомобильном доме Одесса, это Ленинградское шоссе 27А, на территории Мерседес-центра. Мы представляем мотоциклы Ducati, которые, опять-таки, мы и обслуживаем, и продаем, и мы бы хотели привлечь новую аудиторию к покупкам мотоциклов Ducati. Из серии мотоциклов Ducati был одним из основных производителей этих мотоциклов. Эти мотоциклы, участвующие во всех соревнованиях всемирных, связанных с мотоциклами, как MotoGP, как и SBK, SST и все остальные направления мотогона. Угу. Какие клиенты к вам приходят? Вот и с какими заказами? Что хотят сделать? Я думаю, что ко всем приходят примерно одинаковые клиенты. Абсолютно ни у кого не повторяются в основном идеи, то есть все разные. Ну, абсолютно разношерстная публика. От маленьких девочек с маленькими идеями до больших дядей с большими проектами. Все, что вводится под кожу, оно может быть перманентно, то есть на длительный промежуток времени выходить, но все равно что-то будет оставаться в любом случае. Либо на всю жизнь. Вот сегодня я бью человеку, который мне набил эту татуировку. Хотите, можете ее снять. Вот такая вот работа. А что значит это? Вообще это как бы скульптура, но я так понимаю, что сама скульптура изображала Божью Матерь, руки мы уже добавили, молящиеся. Вы сейчас будете бить кобзаря. Вы об этом человеке сказали? Да. Ага, спасибо вам большое.